На 14-м году своего существования члены негласного политбюро партии Нурсултана Назарбаева вдруг вспомнили об отсутствии кодекса этики члена Нур-Отана. В середине октября съезд, и проводить его без кодекса было бы неэтично, посчитал глава алматинского горкома партии Ахмеджан Есимов. Членство в Нур-Отане – это не только большая честь, но и высокая ответственность перед народом, перед партией, ее лидером и перед самим собой. Считаю необходимым создать комитет по партийной этике и разработать кодекс этики члена НДП Нур-Отан. Что такое этика члена Нур-Отана, узнать непросто. Рядовые алматинские нур-отановцы ссылаются на занятость. Они изводят бумагу накануне очередного съезда партии. Открытое письмо президенту Республики Казахстан. Председателю Народно-демократической партии Нур-Отан. Даже обиженные на руководство партии бывшие ее члены стесняются говорить на заданную тему. Вот, например, как Бахыт Сыздыкова, свежеисключенная из рядов партии по подозрению в растрате партийных денег. Можно я не буду ничего комментировать, все, что связано с партией? Пожалуйста, дайте мне такую возможность. Освободите меня от такой этой. Хорошо? Пока не хочется в эту тему влезать. Хорошо? Член Коммунистической народной партии Казахстана Вячеслав Артемьев хорошо помнит про моральный кодекс строителя коммунизма. Но выступление бывшего функционера Компартии Казахской ССР, капиталиста Ахмеджана Есимова, ставит его в идеологический тупик. Актив Нур-Отана и многие в руководстве Нур-Отана – выходцы из КПСС. Люди, взращенные, воспитанные совсем другой идеологией, другой моралью. И возникает вопрос – где, когда они были искренни, или в рядах КПСС, или сейчас в рядах Нур-Отана. Но в любом случае налицо вот двойная мораль. Есть ли партийная честь у людей с двойной моралью? Вопрос, похоже, риторический. Партию Нур-Отан с завидным постоянством сотрясают скандалы. То партийные деньги растратят, то стюардессу в самолете пнут, то вообще сбегут с десятками миллионов долларов на загнивающий Запад. И в этом смысле этический кодекс членам партии президента вряд ли уже чем-то поможет.